Спасти, помочь, защитить, быть рядом, когда кому-то тяжело. Для полицейских это ежедневная работа. Они должны сохранять спокойствие и искать верные решения, даже когда ситуация кажется безвыходной. Не зная ни сна, ни отдыха, они на посту 24/7. Личный состав и ветераны органов внутренних дел России сегодня отмечают профессиональный праздник. В этот знаменательный день сотрудники не только получали поздравления, но и наградили детей за участие в конкурсе рисунков «Мои родители работают в полиции», а нас, пишущую братью, за информационную поддержку их работы. Молодец, поздравляю, спасибо. Дети, которые с малых лет интересуются профессией родителей, сотрудников органов внутренних дел, берут с них пример. Возможно, это уже будущие полицейские. Достойная смена, которая, несмотря на свой возраст, знает, что такое хорошо и что такое плохо, и готовы бороться с несправедливостью и беззаконием. Имена лучших в своем деле сотрудников в этот день занесли в книгу почета МВД по Чувашской республике. Свидетельство полицейским, достигшим высоких результатов в службе и награжденных государственными наградами Российской Федерации, вручил генерал-майор полиции Виктор Шмитков. Вам служебного долголетия, дальнейшего роста, семейного благополучия, но и выполнения всех поставленных перед нашим Министерством внутренних дел задач. Живем в очень непростое время. Сегодня творится история. 12-й год подряд в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Общественным советом при МВД по Чувашии проводится конкурс «Полиция и общество». В этом году в номинации «За освещение деятельности органов внутренних дел в СМИ» победила продюсер национальной телерадиокомпании Чувашии Татьяна Трофимова. Сюжетов и праздничных мероприятий. Телеоператор НТРК Сергей Емельянов получил благодарность за информподдержку работы органов внутренних дел и высокий профессионализм. Телеоператор национальной телерадиокомпании «Чувашия». Вот самый скромный человек, который невидимый. Не бывает праздника без подарков. 16 автомобилей пополнили парк подразделений и территориальных органов МВД России на районном уровне в профессиональный праздник. 7 кроссоверов «Хавал», оснащенных всем необходимым для службы оборудованием, передали специализированному батальону ДПС ГИБДД. Машины поступили в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». 8 новеньких «Лада Гранта» и 1 «Лада Нива Тревел» в распоряжение структурных подразделений и территориальных органов МВД России на районном уровне. Глава региона Олег Николаев поблагодарил личный состав МВД за службу. Ваша работа обеспечивает прежде всего неотвратимость наказания, и любой правонарушитель понимает, что кара так или иначе или когда-нибудь обязательно его настигнет. Ну и, конечно же, любой житель Чувашской республики, и не только Чувашской республики, чувствует себя уверенно. И вот эти составляющие имеют очень важное значение, но за этим стоит очень многогранная, разнонаправленная работа. Когда прошли все праздничные мероприятия, лучшие сотрудники получили награды, гости сказали главные слова, личный состав снова возвращается на службу, следить за общественным порядком и защищать жизни людей, иногда даже рискуя собственной.